Ешь, я хочу на имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 10 декабря, воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 17. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам размышлять и предлагает к нашему вниманию отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам. Как мы знаем, послание апостола Павла к Тимофею перекликается с собой тем, что Тимофей был епископом города Эфес. И вот апостол Павел в 10 стихе пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Продолжая дальше, он говорит: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И здесь, толкуя этот отрывок, святитель Феофан Затворник пишет следующее. Предваряя толкование отдельных стихов и строк данного отрывка, он пишет: «Уповай крепко, сам же не сложа руки сиди». Помощь Божия готова, но приходит не на твое бездействие, а на твое бессильное усилие. Истощи все свои средства, кои тоже суть дар Божий, и тогда не сомневайся. Тотчас начнется и Божие помогательное тебе содействие, которое и сделает твои бессильные силы всепобедительными. Что именно нужно сделать со своей стороны – это описывает апостол ниже. Здесь говорит он об этом в общем положении, под образом облечения во всеоружие. Апостол Павел действительно призывает нас облечься во всеоружие. И говоря «облекитесь», он призывает не просто одеваться нам в некие доспехи воинов Христовых время от времени, а облечься – это значит постоянно пребывать, как бы одеть на себя это одеяние и находиться в нем перманентно, то есть постоянно. И облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Против козней. Козни – это некие уловки врага рода человеческого, против которого у каждого человека должен быть набор некого оружия. И к этому призывает, к тому, чтобы мы облеклись в это всеоружие, призывает нас апостол Павел. Он говорит это потому, что брань человеческая прежде всего не против плоти и крови. Когда апостол Павел говорит о плоти и крови, он говорит это о людях, о творениях Божиих, людях в их общем понимании. Когда, например, апостол Павел в послании к Галатам защищает свое апостольство, он говорит, что после того, как он был призван Духом Святым, и он был призван самим Христом на пути в Дамаск, он не пошел советоваться с плотью и кровью. И когда он говорит «я не пошел советоваться с плотью и кровью», он имеет в виду апостолов. Он не пошел получить от них санкцию быть апостолом.
Поэтому здесь, когда апостол Павел говорит, наша брань не против крови и плоти, это значит, что христианин борется не с людьми. А с кем же он борется? Против кого тогда наша брань? Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Все эти слова говорят о единственном источнике этой тьмы. Это дьявол, это сатана. И именно против его козни, именно против его уловок должен вооружиться каждый христианин. Так чем же должен вооружиться каждый христианин? Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. День злой – это когда враги ополчатся на христиан со всей своей силой. И дальше апостол Павел в 14 стихе пишет: «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную». Припоясав чресла истинную. То есть, утвердив в себе уверенность в истинности того, того дела, за которое мы боремся. Эта уверенность, как пояс на широкой одежде, дает воину духовному ловкость в борьбе с врагами, потому что уверенность в себе уже половина победы. И облегшись в броню праведности. Что такое броня праведности? Броня праведности — это праведные намерения, отсутствие всяких побочных интересов, отсутствие лукавства. Одевшись в уверенность и заимев праведные намерения, мы должны обуть ноги в готовность благовествовать мир. То есть мы должны твердым шагом пойти, как воин, который воспевает в себе уверенность, что несет с собой высшее благо — мир с Богом, как это говорит нам Евангелие Христово, или спасение. Мир и спасение, жизнь с Богом. Итак, апостол Павел призывает нас также больше этого взять, паче всего, возьми щит веры. И что же такое щит веры? Святитель Феофилакт Болгарский, толкователь Священного Писания, говорит о том, что под веру здесь разумеет апостол не исповедание истинной веры, познание догматов, но ту, которая, несомненно, верует в будущее, как в настоящее, может совершать знамения и горы переставлять. Блаженный Феодорит Кильский толкует это так: «Вместо щита да будет у вас вера, потому что она указывает вам всемогущество Бога, она открывает награды за брань, провозглашение победителями и венцы за доблести». Итак, апостол Павел призывает взять нас щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Меч духовный – действительно самое твердое и самое истинное оружие христианина – это Слово Божие, именно Священное Писание. Именно к Священному Писанию должен обращаться каждый христианин, опираясь в своей жизни на Него и находя в Нем свои ответы. Мы верим в то, что Священное Писание богодухновенное, и в умелых руках, в руках человека, который молится, обращается к Богу и живет в общении с Ним в таинствах Церкви, действительно, в руках такого человека Слово Божие будет сильнее любого оружия. Именно таким оружием и призывает облекаться христиан апостол Павел в своем послании. Дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу...